Это «Вести Татарстан». Продолжаем выпуск. В Казани задержали вымогателя, собиравшего дань с таксистов. На протяжении 10 лет он забирал деньги у частных перевозчиков возле крупного торгового комплекса в центре города. Сейчас находится под стражей. О том, как бомбят бомбил. Кадры оперативной съемки у Василия Хузиной. Что, давай посчитаем сперва, смотри. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разговор с вымогателем записали 2 дня назад. Таксист передал преступнику 11 тысяч рублей и сказал, больше его коллеги не хотят платить. А кто платить-то не хочет конкретно еще? Ну, я уж не буду называть там, но многие не хотят. Ну, ладно, пусть тогда, что мы свои машины поставим. У меня есть люди, братан, кто будет платить? Реально? Ну, они не уйдут, куда им идти? Не хотят уходить будут. Ну, как не уйдут? Уйдут, куда они денутся? Как не уйдут? Здесь никто не будет стоять просто так. Таксистам, не желавшим платить, преступник угрожал расправой и обещал разбить машины. Говорил и о назначении собранных денег. Это же деньги уходят не мне в карман лично. Улица, почему так скажешь? Это же вот эти деньги уходят. В общак там 2500 попадают. В лагеря, пацаны, каждый месяц дачку уходит, чай курить. Преступника задержали с поличным, его заключили под стражу. По данным полиции, это участник организованного преступного формирования. Он на протяжении 10 лет собирал дань таксистов после торгового комплекса «Кольцо». Частные предприниматели были запуганы его напором, его угрозами. Но в итоге уже надоело терпеть и обратились в правоохранительные органы непосредственно к нам с заявлением. То есть нами были проведены необходимые оперативно-розыскные следственные мероприятия, задокументированы факты преступной деятельности фигуранта, и впоследствии было принято решение о его задержании. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Предварительный ущерб – более 600 тысяч рублей. Задержанный под стражей. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас полиция ищет других причастных к преступлению лиц. Василия Хузина, «Вести Татарстан».